Предлагаем для семейного просмотра приключенческую киноленту «Нэнси Дрю и потайная лестница». 80-летнюю Флору постоянно беспокоят призраки, живущие в ее доме. Несмотря на то, что окна и двери остаются нетронутыми, старушку не покидает ощущение, что вместе с ней живет кто-то еще. На помощь Флоре приходит юная школьница Нэнси Дрю, чье призвание заключается в расследовании тайн, ведь в этом загадочном деле также замешана ее семья. Приятного просмотра. Иногда я слышу странные звуки. Внезапно мигает свет. А потом все перестает поддаваться логике. Думаешь, я сошла с ума?